Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале «Понемногу обо всем». Сейчас я хочу приготовить обед для диабетика. Кому интересно, пожалуйста, друзья, оставайтесь. Подписывайтесь на мой канал. У меня очень много полезных рецептов. А для обеда я буду использовать куриные окорочка. Они у меня уже замаринованные. Они без косточки. Здесь 400 грамм. Картошку я почистила 3 штучки, замочила в воде. И 2 кабачка молоденьких. Для соуса мне понадобится 1 зубчик чеснока, 2 столовые ложки подсолнечного масла, соль, перец и прованские травы. Сейчас я картошку и кабачки порежу и замариную. Итак, дорогие мои друзья, картошку я вот так, посмотрите, крупненько, не сильно крупно, вернее, порезала. Кабачок немножко покрупнее, потому что кабачок готовится очень быстро. Сейчас я на листик выложу окорочка вместе с картошкой и поставлю в духовку примерно на 220 градусов минут на 15. Потом я добавлю вот такие вот сосиски, у меня тоже они куриные, но только единственное, они завернутые немножко, вот обернутые немножко салом. Но они очень вкусные в духовке и не в духовке, можно, конечно, на сковороде и на костре их жарить. Я буду в духовке делать. Я их вместе положу с кабачками, потому что кабачки, они готовятся очень тоже быстро. И все. Обед готовится очень быстро и получается очень вкусный. Итак, друзья, я все выложила на листик. Лист я ничем не смазываю, потому что куриные окорочка, они все равно пустят сок. Я их выложила вот так вот немножко наверх. Когда минуты через 15-20 я их переверну и добавлю кабачок и мои сосиски. Итак, друзья, я вытащила свой листик из духовки. Сейчас я мясо переверну на другую сторону, картошку тоже, и выложу цукини, ну, то есть кабачок и сосиски. И отправлю снова в духовку. Вот так мой листик с мясом и овощами выглядит. Я все выложила. Сейчас опять отправлю в духовку примерно на 200 градусов, 220 градусов минут на 20. Вот так, друзья, обед мой готов. Посмотрите, какая красота получилась. Очень вкусно, просто и быстро. Всем хорошего дня. До свидания.